Друзья, здравствуйте! Сегодня будем пересаживать котлейку, которая уже выпрыгнула из горшка. Вот так вот. Это у нас пурпурата на котлею Гигас или Варшевича. Вот так вот. Не так много лет. Вот. Мы ее вытаскиваем. Видно, что уже старые корни. Но хотя они хорошие, они твердые, рабочие корни. Вот она в мхе. Мы ее разрежем пополам, потом вот эту часть пересадим в кору, а остальное так и оставим в мхе. Нож обработанный. Аккуратненько. Так, тут одна часть уже корни дала. Церемониться будем. Ага, вот отсюда. Так, лёд даже не свалялся. Получили одну часть растения. Есть немножко старых корней. Вот идут новые корни. И эту часть мы с вами пересадим в кору. Пока уберем эту часть котлеи. Садить я буду в крупную архиату. 18-25 фракций. Горшок беру неглубокий, засыпаю. Поливать буду не часто, только как бы по краю горшка, чтобы не залилась часть резона, которая может загнить. Резон оставляем выше коры, также она не загнила. Собственно, мы ее и пересадили. Ничего сложного нету. Единственное, закрепить. Я одену сюда подвес. И легче будет в коре так закрепить. В мхе все-таки легче было ее садить, чем в кору. И вот эти пуперы я зафиксирую, чтобы не шатались, чтобы она лучше приживалась. Так как если будут шататься корни, они будут куклиться. И растение будет тормозить в росте. Заматываем этот. И еще зафиксируем последний. И вот видите, у нас котлея не шатается, сидит достаточно плотно. И так вот она будет у меня расти. Чуть-чуть уберем кору. Вот мы ее с вами пересадили, одну часть. Теперь мы пересадим другую оставшуюся часть. Тоже видно, что есть активные корни. Но так как она большая часть в мхе, я ее так в мхе и оставлю. Возьму такой же горшок, такого же размера плошку. Здесь проще, просто посажу и добавлю немножечко свежего мха пушистого. И будет дальше оно не продолжать так расти. Так, положим сюда. Сюда. Тоже в пушистый мох она легче корни запускает, чем если его набивать. Мы ее с вами пересадили. Ну, она особо не шатается. Поэтому вам хедом легче даже закреплять не надо. Ну, собственно, мы пересадили. Разделили нашу большую котлею. У нас получилось два полноценных растения. Спасибо за просмотр.
Пока-пока.